листвы невольно отлетевшей. Я различаю разговор. Здесь кто-то вор, а кто-то спевший. А кто-то спившийся в упор. Глядят листы, как ваши лица, и видят сквозь меня ничто. Им некуда не торопиться, не в вечность обращаться то, что мнилось чем-то исполинским. Сейчас ничтожно и мало, и ветер предвещал прописку и прописал их, замело их судьбы и спасение даже. Но будет новое листво, поскольку игру мы не пропажем, а не в ответ. Мы письмена.